Здравствуйте! В эфире дайджест «Школа Плюс ТВ» и я, Анфиса Шмелева. О самом увлекательном и занимательном из жизни нашей школы в ближайшие 5 минут. Итак, ежегодные рождественские чтения открылись 14 декабря во Владимирском доме православной молодежи. Программа посвящена тысячелетию города Суздаля. Открыл форум митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. С приветственным словом выступил декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. Суздаль времен смутного времени, великие святые и подвижники Суздальской земли, экология русской речи, темы докладов конференции. Участниками рождественских встреч стала делегация православной школы Судогды во главе с протоиереем Георгием Марохиным. Накануне праздника Дня энергетика мы в школе проводим декаду. Декаду энергосбережения и энергоэффективности. Вместе ярче! Декада энергосбережения стартовала в школе на этой неделе. Ребята оформили информационный стенд. В младших классах прошли классные часы. Детям рассказали о сохранении энергоресурсов, познакомились с простыми способами экономии электричества. Школьники получили начальные знания об энергии и природных ресурсах, об электроприборах и правилах обращения с ними. На уроках все вместе отгадывали электрические загадки. Холодный бутерброд, внутри нее упрячем. Немного времени пройдет, и вытащим горячим. Пожалуйста, Маша. Это микроволновка. Микроволновка, совершенно верно. Экспериментировали с наэлектризованными расческами, ручками и шариками. Ай! Током ударил. Да! Бьется! В третьем классе прошел конкурс рисунков, а в четвертом классе провели акцию «Добрые крышечки» и выполнили задание «Выложи рисунок». Первое место заняла команда, которая выложила из крышечек слово «энергия». Декада продлится до конца следующей недели и завершится одновременно с всероссийским конкурсом проектно-исследовательских работ «Вместе ярче». Кстати, наэлектризованный шарик провисел на доске до конца урока. Престольный праздник завершился в главном соборе города с истинно русским радушием. Веселья особо не было предусмотрено, все-таки пост. А вот небольшой концерт для прихожан состоялся. Для гостей пел наш школьный хор. После концерта традиционные пироги с чаем. В этот раз без самовара, но все было по-домашнему вкусно. Пирогами почивала хозяйка праздника матушка Марина, а готовила угощение школьный шеф-повар Лидия Александровна. Все прихожане отметили, лучше пирогов Лидии Александровны могут быть только пироги Лидии Александровны. Престольный праздник прошел по-русски сытно и гостеприимно. Найти увлечение по душе не всегда простая задача. Досуг можно проводить и творчески. Мое хобби – такая тема классного часа была выбрана нашими пятиклассниками. Каждый похвастался своим мастерством или просто увлечением. Скетчинг – техника быстрого рисунка, который в последнее время буквально захватил мир. Алмазная вышивка или алмазная мозаика – картина, которую выкладывают разноцветными круглыми стразами. В результате получается яркий, красивый, необычный рисунок. Изящные украшения из глины и бисера, брелочки и подвески. Поделки, которые представили наши пятиклашки, были занятны и забавны. Новые модные вязаные тренды и направления на сезон 2023-2024 годов продемонстрировала классный руководитель Людмила Зайцева. На протяжении уже 20, может быть, даже более лет я вяжу. У меня очень много различного рода вязаной одежды, и поэтому, когда я буду в школу иногда приходить, вы будете уже определять, что это сделано моими руками. Его можно было бы назвать гражданином мира, если бы не постоянное желание вернуться в Россию. Переводчик-синхронист, владеющий 7 языками, автор полного азербайджана-английского словаря, хрестоматии для американцев, изучающих азербайджанский, и преподаватель православной школы города Судогды. Валерий Волозов в новом фильме «Перевод с английского» из цикла «Год педагога и наставника». Смотрите на сайте sudogda.ru, sudogdaprav.ru и ВКонтакте православной школы. На этом все. Доживем до понедельника.